Чемпион Европы и обладатель Кубка мира по вольной борьбе. Али Исаев попробует свои силы в поединке по правилам ММА. Соперником дагестанца станет спортсмен из Москвы Тимофей Мишев. Бой состоится в рамках турнира организации Fight Nights 29 апреля в Москве. Подробнее в следующем сюжете. Дагестанский тяжеловес Али Исаев в данный момент завершает подготовку к своему дебютному бою в смешанных единоборствах. На протяжении всего тренировочного процесса ему помогает двоюродный брат, боец UFC Рашид Магомедов. Брат давно готовился, никак не решался, но он боролся по вольной борьбе. И, наверное, уже и возраст поджимает немножко. И как-то так решил он, что попробовать в ММА. Я всего лишь прошу его, чтобы не перегружался и... Ну, он понимает, что это первый бой, и он так готовится к нему. Он, наверное, для каждого, кто переходит на какой-то вид спорта, он немножко ответственно относится к этому. Меня, например, да, как-то вот давно уже как-то говорили, я Мусаева покойного Алаудина мне говорил, там попробую, там получится, не получится. Вот. Я как-то за то, что боролся, никак, вот, даже не решался. Упор-то у меня все равно, мой козырь, что борьба, правильно же, я все равно борюсь даже всю жизнь. А так, чуть база есть тоже, руки, ноги, вот как бы начинал с кикбоксинга, с ушу-санда. И чуть так осталось с тех пор. И вот это то, что знаю, вот как бы вот это обтачиваю, как говорится. Да. Ну, вроде бы так получается, вроде спарринги делаю. Что касается самого Рашида Магомедова, то в связи с травмой колена его поединок в UFC был отменен. На восстановление спортсмена ушло около 2 месяцев. Свой следующий поединок он проведет после священного месяца Рамадан. У меня пока такого тренировочного плана нету. Я так пока сказали, дать покой ноге. Лечение в общем закончилось, там нужно какие-то уколы сделать. Я думаю, пока боли не пройдут, тренироваться нельзя, так немножко боли есть. Я думаю, еще месяц может быть, может чуть больше. Очередной турнир промоторской компании Fight Night состоится 29 апреля в Москве. В главном поединке вечера сойдутся немалоизвестные российской публике бойцы Михаил Мохнаткин и Алексей Кудин. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, Новости 24, Махачкала.